Всем привет! Такие у нас сегодня вот такие покупки. Вот взяли такую большую пачку чая Бега. Но здесь у них какую-то компанию с выигрышей, с конту. 10-минутный конт дается в подарок. Когда покупаешь такой чай Бега, взяли. Хлеб взяли, вот такой черный с белым батоном. И вот такой шор. Ивановку тут взяли. И сыр. Плавили. Сыр. Взяли в зелень. Здесь разные зелень. Петрушка, кинза, и укроп, и лук зеленый. Такая свежая зелень. Такие яйца взяли. 10 штук. Чтобы не захочется, эти яйца. Потом это мамины носки. И пакет. Одноразовые такие пакеты маленькие. Маме такой гарнир. Краску взяли. Фея для посуды. И жидкое мыло такое. Химия, такую там, да, химию взяли до места. Ну. И автомат такой тайт для цветных одежды. И сэлпак. Такие салфетки. Мы взяли такие конфеты на развес. Вот желатин такой вишневый. Здесь 73 копейки сделать на развес. Здесь его цена. Потом взяли такие конфеты. У него здесь написано Майка написано. И молоковоз. Молочная такая конфета. Это с какой-то со сливками. Тоже 73 копеек на развес вот такой взяли конфеты. Вот это я брал такие конфеты, очень вкусные вот эти трюфель на развес вот такой взял 2 матовые 1 копеек. Вот здесь разные трюфельные такие хорошие конфеты, это очень хорошие такие конфеты. Ну, Рошен желе такие конфеты. Мана 24 копеек стоит. На развес столько стоит. Мана 12, вот эти конфеты Тимми. Со сливки банана. Вот такие. И 36 копеек. Такой, но они у нас новые появились в магазине. Только на пробу взял. Они такие, кстати. У них новые тиражи там. Они, на какие конфеты? Это алкоголь. У них это алкогольные. Вот такие. Вот эти виски. Вот это, сейчас покажу. Текила. С текилой. Вот эти конфеты, это здесь водка. Здесь рум. Ром. И такие разные. Пока на поп такие взял. Сейчас. Вроде поставил. Ром, вот такие водка. Водка, текила, разные. На вкус пока взял, на пробу. Такие конфетки. Вот они. Сейчас я попробую на вкус. Смотри, как они. Ну, они такие, ну, ты, конечно, это алкоголь. Вот так. Вот такие на сегодня у меня покупки. Что необходимо до дома, такие мы взяли.